16-я внеочередная конференция Рассказовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошла и для городских представителей партийной организации. На 16-й внеочередной конференции местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие 46 делегатов. Перед началом заседания было принято решение освободить от должности председателя исполкома Рассказовского городского местного отделения партии «Единая Россия» Инну Риховских. Коллеги и единомышленники выразили ей благодарность за ту работу, которую она вела на протяжении долгих лет. Наше отделение, городское отделение, всегда было на хорошем счету в Тамбовском региональном отделении. Было, будет, я надеюсь, было, есть и будет. Я надеюсь, в дальнейшем тоже будет на хорошем счету. Хотелось поблагодарить, конечно, весь политсовет. Хотелось поблагодарить Бориса Викторовича, Сергея Алексеевича Свистунова, которые всегда оказывали мне помощь и поддержку. На конференции секретарь партии «Единая Россия» Борис Попов озвучил желание главы города Алексея Колмакова вступить в местную партийную организацию. Планирует, что это событие пройдет в торжественной обстановке в ближайшее время на уровне области. На конференции озвучили имена и фамилии представителей мандатной редакционной счетной комиссии секретариата. Два делегата, Александр Таранков и Сергей Свистунов от местного отделения партии «Единая Россия», будут представлять наш город на областной конференции по рассмотрению кандидатов на должность главы администрации Тамбовской области. Ирина Птуха, Степан Дикаленко, Новости ТВ Рассказово.